Простой рецепт чизкейка Сникерс из самых простых и доступных продуктов. Количество ингредиентов в описании под видео. Из песочного печенья сделать крошку. Добавить какао-порошок и топленое сливочное масло. Хорошо перемешать. Сформировать сначала бортики чизкейка и после дно утрамбовать с помощью стакана. Отправить в холодильник на 20-30 минут. Тем временем готовим начинку. Соединить творожный крем-сыр, сахар, яйца и жирные сливки. Хорошо перемешать до однородности с помощью венчика. Перелить начинку на основу из печенья и отправить в разогретую духовку до 130 градусов Цельсия на 1,5 часа. Одновременно с чизкейком духовку нужно поставить в водяную баню на нижний уровень. То есть вскипятить воду и перелить форму для выпечки. Тем временем готовим карамель самым простым методом. В сотейнике с толстым дном растопить сахар. Мешать сахар начинаем только тогда, когда его большая часть уже растопилась. Как только вы увидели, что весь сахар растопился, выключаем огонь и добавляем сливочное масло комнатной температуры. Хорошо перемешать и после влить горячие жирные сливки. Перемешать и в конце добавить соль, 1/3 часть чайной ложки. Перелить карамель в другую емкость и остудить при комнатной температуре. Спустя 1,5 часа выключить духовку и оставить чизкейк в ней с полуоткрытой дверцей до полного остывания. В остывшую карамель добавить жареный арахис. Аккуратно извлечь чизкейк из формы. Поверх вылить карамель с арахисом и убрать в холодильник минимум на 1 час. Чизкейк Сникерс готов. Благодарю за внимание. Всем удачи!